Хей, гайсомешники, мы продолжаем проходить игру под названием Assassin's Creed Хронология, и это у нас Индия. Окей, мы получили с прошлой серии улучшение здоровья. И все. Ну и также способность убивать во времени. Вон Слимон. Надо найти более короткий путь. О! Надо быть поаккуратнее. Все вокруг здесь такое хрупкое. Под землей. 1841 год. Амаристар. Обитель предтеч. Арбас преследовал за майором Слимоном в обители предтеч. Скрытую глубоко под землей под базой тамплиеров. Ассасину придется проявить максимальную ловкость, чтобы передвигаться по таинственным залам, где на каждом шагу подстерегает ловушка. Ухуй. Так, это, я понимаю, будет обваливаться, нет, да? Нет. Сколько у нас... Взять. Подожди... Ноль сундуков? Ладно. Терять ни минуты. Что бы Слимон не задумал, его нужно остановить. Тогда просто бежим. Тогда просто бежим. Ловушки подстерегает на каждом пути. Главное всегда теперь, если видите эти деревяшки, просто знайте, это скоро упадет. Это было близко. В натуре не говори. Так, но пока что я больше ловушек таких никаких не вижу. Это все очень интересно, но секреты, которые мы ищем, лежат в самой глубине. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Спидранчик. Кто это? Ой, забыл. Взять его. Забыл. Похоже, многое будет. Я забыл. Стрелок Остро-Индийской компании. Давай попозже, чувак. Хотя, ладно. Фу, монахи меня заметили. Блин, я постоянно ненавижу этих чуваков. Хамид. Так, Хамид был. Стрелок Ост-Индийской компании. Подобно ему, опытные стрелки привыкли воевать и в тяжелых условиях Гималаев. Предпочитают держать противника на расстоянии и хорошо выпускать несколько зарядов за один залп. А в ближайшем бою это оружие позволяет блокировать атаки спереди. Хорошо. Что вообще мне надо? Здесь ничего, просто за 10 минут прибежать. Но мне кажется, мы намного быстрее прибежим. А? Что это? Мне которым плевать, потому что наша цель просто пробежаться быстро. Там они труп просто нашли.
страшно. Как будто в первый раз мы бегаем. Не, лучше прыгать. Низ, 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 низ. Так, наверх, в бок. Сюда. О, все валяется. Я успею, я успею. Главное, чтобы оно не упало. Сосулька, не падай. Так, там проход? Нет, там не проход, ладно. Хлоп. Хлоп. Мы очень быстро двигаемся с вами. Быстрее, Абаз, быстрее. Тихо, тут все уже валится. Еще чуть-чуть бы и все. Сохлы. Тут соглы. Здесь есть противовес. Я понял, как открыть дверь. Ты понял? Уже? Это хорошо. Я, который еще не понял. Тут на время, да, тоже? Ну, понимаешь, что сосулька, по идее, снова не вырастет? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Готово. Нифига тут пещера на самом деле прикольно сделана. Смотрите, куда ставите ноги, джентльмены. Этот храм может стать вашей гробницей. Хо-хо, ну и лифт. Храмы предтеч. Храм предтеч были возведены еще первой цивилизацией. Долгое время их называли... Так, назначение оставалось загадкой, но вероятно, что они были построены при подготовке к глобальной катастрофе. Храмы скрывают немало загадок. Внутри хранятся знания, накопленные первой цивилизацией, в том числе уникальные технологии и информация о мощных источниках энергии. Ловушки предтеч. Надо смотреть в оба. Ты видел что-нибудь подобное? Нет, в первый раз вижу. Но майор, похоже, многое об этом знает. Так, можно тебя как-то... А что? Туда. А, я смогу цепляться за вот эти херовины или как? Похуй. У, тихо, если такой меня заметит. Нифига себе тут. Вот это прикольно сделано.
Храм прикольно сделан в натуре. Класс. Сержант, объясните своим людям еще раз, что это место опасно. Слишком много потерь из-за нелепой невнимательности. Так. Блин, ну... С одной стороны, я как бы не успеваю, с другой стороны, я успеваю. Хе, прикольно, можно цепляться, даже когда вообще не держишься. Так, а теперь нужно по камням, да, ориентироваться. Ну какого черта? Дебила кусок. Блин, я думал, меньше за 10 минут выпал. Да. Круто. Ну все, уже по таймингам не попадаем. Мне нужно будет ждать целых 3 секунды. Хотя можно забайтить на то, чтобы быстро начать бежать. О. Хорошо. Отлично. Все, ништяк. Значит, просто лишние прыжки не буду здесь делать. То так улечу снова куда-то. Так, 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 наверх, отличненько. Так, здесь сейчас будут стражи ходить. Но здесь нужно все равно уловить. Почему я не могу? А могу. Никого. Бля, ладно. Так, этих мне больше сюрикенов нету. Это плохо, очень плохо. Да я сразу видел этот луч. Куда они пошли? Ого, а здесь как? Плохо. Значит, давайте сразу забачу. Ой-ой-ой, не в ту сторону. Хорошие ловушки, слушайте. За сколько? Вы мне мое время скажите. Серьезно, на 4 секунды не успел. Более тихие убийства, блин. Ну что, ну ладно. Давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.
Хейо, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем пройти игру по названию Assassin's Creed Хронологии, и это у нас Индия. Так, дополнительные шумовые гранатки получили мы. Не успели на 4 секунды, чтобы получить тихие и быстрые убийства. Это плохо. Эту платформу можно ждать целую вечность. Нужен другой путь. Глубинный смысл. Глубинный смысл. 1841 год. Амристар, обитель Предтеч. Исследуя обитель Предтеч, Арбас должен в точности повторять движение Слимана, чтобы узнать обо всех тайнах этого места и понять, что замышляют тамплиеры. Более стойкий дым. Опять на время. Херня. Ну не очень тогда, блин, на время вот это. Ладно, тогда быстренько сделаем эту серию и объединю, ну не с предыдущей, а запишу тогда еще одну. Надо быть осторожней, а то пиши пропало. Да ну, не врешь. Здесь все нужно, видите, поэтапно, по очереди делать. Хлоп-хлоп-хлоп, готово. Да, блядь, ты можешь спуститься. Какого черта тревога? Какого черта тревога вообще поднялась? Кто меня увидел? Странно, ладно. А? А? Ты туда! Ой, не в ту сторону пошел. Здесь! Ну я понял, что за то мне надо делать. Просто быстренько спускаемся вниз, когда меня замечает челик сверху по централке, просто спрыгиваю. Наоборот, шум да создаем. Что это? А? Кто это? Ассасин! О, в смысле? Ну ладно, давайте не рисковать. Так, ну он, в принципе, прыгает на квадрат. А? Так, хорошо. Я мог, в принципе, просто спрыгнуть тогда. Все было бы, в принципе, так же. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Бац. Ой, стоп, а тут же сундуков нету? Сундуков нету, нормально. Я просто думаю, может, мне просто стоит пробежать по-быстрому.
Типа, что мне по этому вот это тихому спускаться, по сути? Ты, взять его! Почему? Ладно, похуй. Что за... Сюда! Давайте, скажите, что это я виноват. То, что там, где можно было запрыгнуть, вместо того, чтобы запрыгнуть, он упал. Или там нельзя было запрыгнуть? Вот сюда. А, можно. Отвернись нахуй. Странным. О, я понял, тут на время. Тут главное вовремя сообразить, куда прятаться. Тихо. Все хорошо. Главное, чтобы мне ничего не прижало втихаря. Смотреть на ловушки, которые снизу изображены. Хрысик. Ну, снова на эти не попадаю, да, по времени? Так, стопы, куда мне идти? Наверх? Нет, нахер надо. Блин, натуре. Просрал момент. Хорошо. Зря время потратил. Или давайте я все-таки объединю с предыдущей. И то храм. Попрыгали. Пора выяснить, действительно ли этот алмаз источник энергии, который мы ищем. Ну, знаешь, сейчас мы узнаем с тобой. Работает. У вас есть то, что принадлежит мне, сэр? А, еще один ассасин, полагаю. Друзей привел? Несколько сотен. Ты окружен, Слиман. Отдай мне камень и шкатулку. Ни за что. Что ты наделал? Чертов ассасин! Пора уходить. Ладно, объединю с вот этой, которая сейчас у нас будет.
А, у нас еще время много. 6. За 30 секунд смогу убежать? Давай беги. Быстрее, Арбас, быстрее. Давай, Арбас, у нас осталось 10 секунд. Фух, 4 секунды. Хотя здесь, блядь. Там мы проиграли на 4 секунды, а здесь мы выиграли. Как ты нашел меня? Секунды. Я пришел на шум. Что ты тут натворил? Этим местам цены нет. Так получилось. Все начало рушиться. А насчет шкатулки ты был прав. Когда Кахенур оказался рядом, все засветилось, и я увидел карту. Карту? Афганистан. А, теперь все ясно. Пока ты был занят, я проследил за Бернсом. Он целый батальон повел в Афганистан, к замку в Герате. Похоже, шкатулка указала на еще одну обитель предтеч. Проследи за ними. Перехвати, что они ищут, пока они там не обосновались. Эти артефакты не должны достаться темплиерам. Ну что, просто объединим тогда, как я говорил, да? А что мы хотя бы получили? А, подожди, а я выполнил не за 6, а за 7 минут. Дополнительная шакрама у меня. Ладненько, давайте я объединю, наверное, все-таки с прошлой серии, ребят. Поэтому не удивляйтесь, что я там здороваюсь 2 раза. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.